миллионы лет на родине трансформеров, Кибертроне, бушевала гражданская война. Мегатрон, предводитель десептиконов, открыл древний источник энергии, который поможет ему одержать победу над ненавистными автоботами. Энергия, именуемая темным энергоном, запечатана в недрах орбитальной станции под защитой небесного командира Старскрим. Всех приветствую, это Андрей Доцент, и это Трансформеры! Мы начинаем прохождение этой эпопеи видеоигр. Смотрим, что у нас тут будет рассказано. Держать курс. Если бы легенды врали, Старскрим не сражался бы так отчаянно. Повелитель, ты уверен, что оно здесь? Да, уверен, Баррикейд. И когда я найду это, преимущество в войне с автоботами наконец-то окажется на моей стороне. Повелитель Мегатрон, стабилизаторы неисправны. Держись курса, бро. Не отклоняйся. Двигатели отключились. Мощность щитов 15%. Перенаправить всю энергию на носовые пушки и ускорители. Полный вперед! Повелитель, это самоубийство! Еще возражения будут? Направьте корабль прямо в центр этой станции! Так... Нам повезло, что мы выжили, Мегатрон. Сильные выживают, слабые гибнут. Вот основной девиз Мегатрона. Будет взрыв. Вперед, десептиконы! Бегом! Ядро сейчас сорвется! Так. Вперед. Вперед, так что... А, вперед. Так, это степь, все. Вперед, начинаем. Да, основной девиз нашего главгероя. Слабые гибнут, сильные выживают. Да, это трансформеры, битва за Кибертрон. О, сюда надо. Все разваливается! Несколько беги! Частей их присутствует. Сюда! Сюда! Этой игры. Опа-на, как классно-то. Ой! Смотрите, какое хладнокровие, а! Мегатрон! Чё вы хотели? Так, кто у нас тут? Я Старскрим! Понятно, я всё. Я более тысячи лет защищаю свою станцию! Русская озвучка радует. Я Мегатрон, повелитель десептиконов. Эта станция принадлежит десептиконам. Немедленно сдавайтесь! Кто бы ты ни был, ты прошел долгий путь навстречу своей погибели! Но все, кто увлекается вселенной трансформеров и смотрел фильм, наверняка догадаются, кто такой Старскрим и кем он будет. Ну а я в целях того, чтобы не спойлерить, буду помалкивать и делать вид, что ничего не знаю. Так. Ага. Молчи, пока к тебе не обратились. Да, владыка, конечно, еще тот. Так. Начинается у нас эта кампания, как вы уже поняли, за десептиконов. Лишь только в середине мы сможем поиграть за автоботов. Ну, будем играть так, как предлагает нам история. Дабы лицезреть всю картину событий. Действие происходит задолго до событий фильма. И является своего рода мостиком, приквелом между фильмом, ну и событиями мультфильмов, там я не знаю, в общем как-то так. Основное отличие, вы сразу заметили, кидается в глаза то, что роботы здесь не такие уж детальные, как в фильме, отсутствуют многие запчасти, но это было сделано в угоду фанатам, которые были недовольны внешним видом роботов, представленными в фильме Майкла Бэя. И поэтому им придали более оригинальный вид, который у них изначально был в комиксах и в мультфильмах. Так. Что мы имеем?
Нас встречают! Угу. А? Автоботы. Так, я играл уже в эту... В эту, ну, игру. Правда, это было давным-давно. И... Я уже толком-то детали игры не помню. Эти глупцы хотят поймать нас в ловушку у следующей двери. Размечтались. Мы можем добраться до туннеля с помощью этого крана. И обойтись с фланга. Хорошо. Так, кто у нас тут? Броу и Баррикейд. О, Баррикейд, ребят. Ну вы тоже наверняка помните первые трансформеры. Он у нас был, по-моему, полицейской машиной, если я не ошибаюсь. Который сражался с Бамблби и с треском ему проиграл. Но выжил. Так, так у нас летать, отлично. Так, мы летаем. А так мы трансформируемся в кибертроновский танк. Кибертрон, так. Это Саундвейв. Начинаю создание аванпоста. Саундвейв, сообщи свои координаты. К моему прибытию все должно быть готово. Давай, 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 давай. Так, отлично. Все, проскочили. Да, голос у Саундвейва, конечно... Электронный. Старскрим, засада готова, и мне пройти мимо нас. Так, это пушка. Ловлю тебя на слове, солдат. Так, это точно. У нас самое. Это даже слишком просто. А как же нам... Как же нам активировать другую способность? А? А, Shift. Все, понял. Shift. Так. Рукопашная, на, используй, и еще, вот так вот. Тревога. Хорошо. Замечен противник. Где? Где замечен? Где? 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 Так. Господи, я вас путаю. Ну, тут, как видно, стилистика десептиконов и автоботов отличается. Автоботы более такие, я не знаю, квадратные, симметричные, как бы так. И десептикон у них более такие треугольные, угловатые формы. Ну и более такие темные очертания красок, в общем, ну, как вы сами видите. Ну, на примере того же Мегатрона. Так, где последний? Ага. Ага, взорвать, ага, вот так вот, понял. Хорошо. Мы ждем твоего прибытия. Взрывай, взрывай, взрывай. Так, отлично. Нам нужны патроны. Я думал, ты уже превратился в металлолом. Твоя живучесть удивляет. Да. Я не отступлю, Старскрим. Немедленно передай мне свою программу патроны. Темного энергона? Спятил! Темный энергон несет лишь хаос и разрушение! Я очень на это. А насколько я знаю, темный энергон у нас это как бы кровь Юникрона, по-моему. Это такой здоровый трансформер. Абсолютное зло размером с планету. Мегатрон. Как-то так. Командный центр готов на 83.4%. Отлично. Прибытию, кто стреляет? Где стреляет? Кто? А, никого. Так, все. Хорошо. Взрываем. Собираем там, не знаю, что. Боеприпасы нужны. Пушки, конечно, у Мегатрона далеко, классные, но... Далеко прыгать. Прыгайте! Опа-на! Падаем! Танк! Летим! Так, приземлились. Опа-на! Мегатрон! Как мы будем выбираться? Так, МКВФ! Отсюда я буду сеять настоящие разрушения! Да? Здесь враги! Выживайте под крепление! Так, вижу, 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 вижу. Открываем огонь. Воспользуемся их собственным оружием. Умно. Но Мегатрон всегда этим славился. Он очень умен.
этакий противовес Оптимусу Прайму, его злая копия, лишенная сострадания и добродетели. Так. Так, господи, какое рубилово. Ну, если так вот смотреть, игру я прохожу на низком уровне сложности. И я объясню почему. Дело в том, что я в этой игре не преследую получить удовольствие от геймплея, так как он тут довольно простой, но и не впечатляет. Мне гораздо интереснее события, которые здесь развиваются, сюжет. Я ради этого и играю, чтобы, скажем так, познать все тонкости сюжета, которые происходили задолго до событий фильма. А фильм мне как-то, не знаю, как на ваше смотрение, но мне почему-то не очень. Могли бы сделать его посерьезнее, скажем так. Сделать, не знаю, более таким, не то что жестоким, а, скажем так, комедия там, какой юмор был, был, как по мне, крайне неуместен. Лучше бы сделали, опять я повторюсь, все посерьезнее. И в этой игре тут гораздо все посерьезнее, чем в самом фильме. И интереснее. Ой. Плюс ко всему, в этом фильме, который я смотрел, все части, ну, это понятно, надо смотреть на большом экране, да, все. Но иногда хочется и дома перед телеком посмотреть этот фильм. А во время трансформации или битв порой не понимаешь, кто кого бьет, и поэтому. Так, да. Поэтому частенько просто забываешь. Ну, как были, как и сказали критики, в этом фильме было сделано ставку на экшен, а перерывы между ними какими-то комичными сценами великолепно заставили. Так, это наши ребята, отлично, Ситкона. Ох ты. Мегатрон! Жди, пока к тебе обратятся. Или что-то потом. Ого. Еще захотел. На автоботов. Ух ты, нехрена. До следующий. Чувак, вот это у тебя. Молод. Так, ведут их. Служить тебе большая честь. Сколько пленных, а? Мегатрон. Ни хрена я их. Управление лифтом. Командный центр ждет тебя наверху. Так, это отлично. А где Саундвейв? Где Саундвейв? Ладно, черт с ним. Да, это его пушка у Мегатрона, вот это знаменитая право справа. Убойная вещь, по 5 выстрелов. Вообще надо меня быть мягким. Меня зовут Джетфайр, я пришел с миром. Не могу ответить тем же. Джетфайр. Выкладывай, с чем пришел. Я видел, какие опасности таит в себе темный энергон. С ним нельзя шутить. Он слишком нестабилен. Не спорю. Последствия будут необратимыми. Тебе не испугать меня, Джетфайр. Я сам решу, как использовать темный энергон. Тогда ты недальновидный глупец. Ты погубишь нас всех. По мне, так это не так уж и плохо. Надеюсь, этот темный энергон того стоит, Мегатрон. Стоит. Поверь, стоит. Более чем. Так, что у нас тут? Докладывай. Мы взяли под контроль. Ага, вот Саундвейв. Станции обеспечили базу для операций. Сканеры показывают, что Старскрим перекрыл все возможные пути к реактору темного энергона. Ага, и у нас не осталось звездных крейсеров, чтобы пробить дорогу. Молчать. Должна быть другая точка доступа. Двигаемся к следующему модулю. Так. Мегатрон, я обнаружил ближайший центр матриц с данными об альтернативных маршрутах в следующий модуль. Штурмовые группы отправились расчищать путь. Ой, ой! Тогда не будем терять время. Что-то подлагивает. Однакось. Нет? Или у меня галюны? А, похоже, я отключаюсь. Эми ружье. Этим парням сильно досталось. Никуда не годится. Они должны либо победить, либо погибнуть. Вот они именно. Они сопротивляются изо всех сил. Тогда сражайся лучше. Но это Мегатрон, ребят. Он не терпит поражения, слабости. Для него важна лишь победа и точка.
Мегатрон, учти, что вам противостоят превосходящие числом силы Старскрима. Статистически маловероятно, что штурмовые бригады смогут уничтожить их всех. Жду сигнала, когда вы доберетесь до центра Матриц. Лаги! Ой! Так. Нормально. Взрываем. Все взорвали. Отлично. Так, двигаемся дальше. Так. Значит, мы ищем альтернативный маршрут. Стоп. Стоять, убьют. Фига, это я чем так? Да я что, типа, усилил так ствол свой? Ничего себе, это хорошо. Так, отлично. Взаимодействуем, открываем. Так, что у нас тут? Комната. Да, все технологии трансформации. Опа-на. Ничего себе. Поле силовом. Ёлки-палки. Так, что там говорилось, что... Что если в воздух взлетаешь, то... то урон увеличивается. Возможно. Есть. Лечимся. Так. Сейчас сделаем вот что. Взорвали его. Все, ништяк, отлично. Черт, давай долети. Черт, не долетел. Так, что у нас тут? Мы сможем подняться здесь? Так, ну чё, вроде всех порешали, да? Поехали на танки, там вот наши. Они, думаю, нас выведут. Так, что у нас тут? А, пульт управления. Понятно, тут сейчас, наверное, мозг будет, да? Так, и чё? А, он уже появился. Отлично. Хаос и разрушение. Так. Сломали оборону противника. Отлично. Прекрасно. Устарели. Вся станция была создана более 10 тысяч лет назад. Большая часть местной техники древняя и неэффективная. Я займусь ее улучшением. Ну, тактичен наш Мегатрон. Очень опасный, непредсказуемый и, естественно, безбашенный противник. Где? Так, приземлились, отлично. Что, куб? Давай будем, что у нас тут? Кнопочка, нажимаем. Саундвейв, мы нашли голографическую карту. Где она? Начинаю передачу данных. Вот она. Мегатрон, может, ты и добрался сюда, но тебе никогда не заполучить темный энергон. Посмотрим. Ты напрасно злишься. Я знаю, кем ты был, небесный командир, и как тебя предали. Получив темный энергон, я восстановлю былую славу Кибертрона. Если согласишься служить мне, слава вернется и к тебе. Вот он умеет надавить на слабые точки. Никому не под силу контролировать темный энергон. А Старскрим задумался, тем не менее. Это такая пауза была. Так, что такое? Так, валим всех. Так, надо их не подпускать к пулеметам, иначе нас пришьют. Так,
Давайте, ребята, держим оборону. Держим оборону. Все, мало боеприпасов, ёлки-палки. Так, срочно нужны боеприпасы. Где они? Где боеприпасы? Давай, стреляй! Есть! Ими ружье. Нехилое такое ружье. Обнаружен маршрут к промышленному цеху, не перекрытый Старскримом. Передаю координаты. Превосходно! Десептиконы, заприте комнату и ждите нашего возвращения. Так. Ну что тогда? Чё ещё? Нифига. Ого. Ё-моё. Всё, я понял. Это бесполезняк. Я сейчас выкачу из тебя энергию. Так. Так. На тебе еще. На тебе. Так, вот и... Ой! Достойная помощь тому, кто творит правое дело. Ха-ха-ха. Правое дело, да. Ну, каждый видит правду по-своему, так что... О! А вот это... Ой, как кстати. Что у нас тут? Системы транспортировки. Нейтронный автомат. Древние использовали специальные... Нет, я возьму ими ружье, оно классное. В любое место. Так, используем ими ружье, чтобы выключить эти... Где? Кто? О, кто так запулил? Так, у нас тут щиты есть, так что нормально. Судя по данным сканеров, промышленный цех находится прямо под вами. Из этой шахты не идет выхлоп. Можем пробить здесь проход. Тебя не волнует, классно, что мы лезем в самые пекла. Так, поврежденный... Ага. Тебя не волнует, что твоя бессмысленная болтовня меня утомляет. О. Ну да, жесткий командир, нечего сказать. Мне нравится это. Приземляемся. Бах, нифига. Это круто. Это... Ой! Эти лопасти могут разрубить вас пополам, а в виде металлолома вы мне не нужны! Понятно вам, ребята? Стреляем по лопастям, чтобы они нас не разрубили, нафиг! Стреляем, отлично! Все, жить будем! Так, идем, прыгаем! Так, что у нас тут? Ничего. Понятно, тогда сюда. Что у нас там? Увидимся внизу. Внизу? Ну ладно. Так, ого. Это круто, ребят, это круто. Так, нейтронный автомат, а тут у нас что? Новое орудие моего гнева. А, гранаты. Да, хорошо. Ага, на Г, понятно. Не понял, ты чё, это Мегатрону что ли ляпнул? Ты не охерел? Броу, это ты, или Брикет, поставь. Блин, я попасть не могу. Старскрим знает о твоем появлении в цеху. Ожидай сопротивления. Так, может сюда? Давайте-ка глянем, что у нас тут. Давай, ломай. Гранаты. Еще так. Так, сюда. Давай-ка и сюда. Ребята полетели. Так, а это что у нас? Щит! Опа-на. Что-то я... Какой-то это... Так, ну хорошо, ребята, это... Просто классно. Тысячелетние развалины это место в хорошем состоянии. Саундвейв активировал его по моему приказу. У меня особые планы для этого места. Значит, я так понял, ты здесь решил базу какую-то, да, знать? А почему у меня здоровье убавилось? Вроде ничего не было. Что я там мог взять? Снайперы на мосту, Мегатрон! Уничтожите их! Так.
Прицел. Мы сильнее всех! Так, снайпера убили. Убили, так, еще один. Да елки-палки. Так, вот еще один. Давай, давай, давай. Так. Ладно. Сняли. Сняли. Хедшот. Так, берем ими ружье, оно мне очень нравится. Этакий дробовик. По всей видимости. Так, чё, ага, пока у меня щит. Я ничего не могу. Почему у меня здоровье у щита самое снижается? Я вот не могу понять. Из-за чего? Меня вроде никто не стреляет. Ёлки-палки. Ух ты. Хрена. Гранаты пожуй. Гранаты пожуй. Ни хрена. Так. Так. На тебе еще. И еще. Отлично. Эх, щит бы где-нибудь восполнить. Так, что у нас есть? Как нам быть? Двигаемся. Двигаемся, так, и куда? Ай, блядь! Так. Когда я заключу темный энергон, я доставлю его на Кибертрон в этих контейнерах. Автоботы будут крайне удивлены. Да. Так, вот для чего тогда тебе это место надо. Это же завод. А ты сможешь использовать темный энергон в своих коварных целях. Баррикейд. Баррикейд, так. Поднимаемся наверх. Я устал терпеть бессмысленное сопротивление. Я овладею темным энергон. Нифига себе. С чего ты взял, что сможешь контролировать темный энергон, если это ни у кого не получилось? Это Мегатрон, только ребят. Сильнейший, достойный такого оружия, Баррикейд. Я сильнее всех. Не смей во мне сомневаться. Это Баррикейд. Так, опа. Кибертрон. А, так мы на орбите где-то. Это кто у нас? Авиация на подходе. Ему пофиг. Интересно, как так из пушки метко выстрелил, а? Насколько я помню... Опа-на. Хорошо. Насколько я помню, ты в кино умел... летать. Что? А, ну это же, да, это до событий. Наверное, он преобразуется как-то, я не знаю. Он и сейчас, в принципе, умеет летать, но не так, как должен. Хотя я, похоже, чушь несу, потому что изначально вообще Мегатрон не летал. Это в фильме его летучим сделали. Так. Что у нас тут? Ничего. Ага, хорошо. Хорошо. Так, кто у нас остался? Где он? Так. Стреляем. Отлично. Куда теперь, Мегатрон? Куда? Эти повреждения старые. Похоже, они и нанесены давно. Но каким оружием я и представить не могу. Мне наплевать. Найди путь на другую сторону. Конечно, наплевать. Судя по карте, здесь не должно быть повреждений. Давай. Это неожиданно. Все кругом превратилось в обломки. Так, в обломки. Опа-на, да что такое опять? Что? Ох ты, ё-моё. Танк! Стреляй! Да ё-моё, стреляй! Так. Отлично. Отлично, так.
Ничего у нас тут нету, идем сюда. Идем сюда. Ёлки-палки, что такое? Так, 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 кто-то стреляет. Кто-то приземлился из наших. Кто-то из наших упал. Так. Ребята, летим. О, какой летим. Прыгаем. Я так понял, мы в невесомости. Судя по тому, что обломки в воздухе висят. Тогда я задам себе вопросом, почему роботы наши так прыгают, как будто... Ах ты, тварь, ушел из-под удара. Ладно. Так, бежим, бежим. Что такое? Так, это у нас здоровье, но у нас оно опять не подберется. Так что... Ё-моё! А, это наш. Я думаю, уже вместе со мной автоботы прыгают. Или нормально так? Так, нет, ребят, не выйдет. Не выйдет, так. Бляха, муха, снайпера. Стреляй, стреляй, стреляй. Так, отлично. Вот за что я люблю эту пушку. Что из нее только попасть. Только попасть, и все нормально будет. Тварь, а? Бросаю гранату! А, гранаты кончились, черт побери. Есть, нифига себе, я его быстро уделал. Перезаряжайся ты быстрее, так. Так, есть, отлично, порешали, ребят. Мегатрон, я загрузил бортовой журнал станции. Передаю данные. Невероятно. Здесь сказано, что частичка темного энергона стала нестабильной, и в итоге взрыв уничтожил этот отсек станции. Это все сделал темный энергон? Эти глупцы не умели его контролировать. Я не повторю той же ошибки. Понятно, ладно, ребят. Тогда попробуем-ка для начала найти этот энергон, чтобы не повторять ошибок. Ох ты, ох ты, ой, 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 ой. Нет, ребят, надо отсюда, походу, нам сваливать. Давайте-ка, пробежка. Пробежка. Ракета. Ракеты стреляют. Ух ты, ё-моё. Ой, класс. Ой, мама. Так, понял. Бежим. Да, ребята, стрелять на упреждение у вас нет такого, да, понятия? Да, блин, нифига. Нет, они стреляют на упреждение. Они стреляют. Так, надо досрочно разбить здоровье. Восстановить. Все. Так, отлично. О, полына новая, да? Энергонный пистолет. Не, он нафиг не нужен. Вот боеприпасы бы не помешали. Боеприпасы бы не помешали. Опять на улицу. Фу, на улицу. Пошел нахер. Так. Это точно. Никто не остановит. Так, понятно. Все отлично. Ладно, ребят, мы здесь сделаем перерыв. Продолжать играть за септиконов. За десептиконов мы будем в следующих сериях. А я с вами прощаюсь. Это был Андрей Доцент. Спасибо за внимание всем. Пока-пока.